Приветствую. Надо что-то с памятью решать. Может, кто-то мне подарит телефон? Охота так медленно вроде снимать, но не получается. Перед каждым роллом новым, ну и вообще перед роллами после чуки, я ем имбирь, чтобы кушаю, во-первых, рыбы сырая в Филадельфии. Во-вторых, чтобы убрать весь старый вкус. Горячий ролл, что я говорю, с лососем. Как всегда. К этой доставке по роллам у меня нет почти никогда претензий. Может, уже адрес мой изучили. Конечно же, имбирь. Обязательно. Вообще все кушают роллы по-разному. Вот как я кушаю, это не то чтобы правильно. Это то, как нравится мне. Кстати, как вам? Я косички заплетала тут с дочкой, раз все занята была немножко. Тут вот у меня кудри-мудри. До конца не расплела. Говорят, что кудри мне очень идут. Так, следующий ролл Филадельфия. Это Филадельфия Лайт. Но подешевле и поменьше. Итак. Как всегда, сказка. Я обычно люблю дракон, но сегодня захотелось такой сет, не очень дорогой, потому что заказывала одно на свои денежки, а зарплата у меня невысокая, имбирь, поэтому как-то так. На драконе я люблю вот этот соус. Наверное, это унаги или терияки. Роллы большие, рыбы много. Так, на платине копно. Когда слишком большие, я тоже не очень люблю. И последний ролл. Я не знаю его название, попробую только ради вас, я его не очень люблю. По-моему, там просто японский омлет, огурчик, сыр и кунжут.